Одна пустота, вторая пустота. Карстовые пустоты. Вопрос о том, как мы различаем сигналы от пустот. То есть у нас есть сигнал от трубы, есть сигнал от небольшой пустоты, так скажем, небольшой, порядка полуметра. И у нас есть третий сигнал от большой пустоты, допустим, скажем, метр на метр. Так, что у нас будет происходить с этими сигналами? То есть сигнал от трубы, вероятнее всего, может у нас мультиплицироваться и со временем он у нас сойдет на нет. Будет подобный сигнал, но чаще всего мы видим на экране лозы 1, максимум 3 сигнала, когда как, кому как повезет, в зависимости от грунтов, в зависимости от пород. Сигнал от небольшой полуметровой пустоты будет уже с большим периодом между гиперболами, будет уже показывать, допустим, можно по расстоянию между гиперболами, между отражениями высчитать реальные параметры, какое там воздушное пространство в этой пустоте. И если это небольшая пустота, допустим, карстовая пещерка небольшая, карстовая пустота небольшого размера, полметра, это будет 2-3 отражения, так же самое, которые со временем затухнут. Но если у вас большая пустота, как эта, она достаточно, у вас там туннель 2 на 1,5 метра, это будет вот такой вот сигнал, который будет хорошо читаться. Иногда он образует такую себе образ, который я называю тельняшка. Смотрится он примерно как тельняшка, видимая. И такой образ может не ослабевать. Это зачастую с этим сталкивается. Что если это хороший сигнал от туннеля. Или будет просто одно сплошное пятно в пределах вашей аномалии с яркой гиперболой. Все остальное, все остальные отражения, они будут слиты воедино и образовать такой фоновое пятно, но с яркой гиперболой сверху. Что касаемо подобного туннеля, подобной пустоты, когда сверху у вас есть останки фундамента. То есть вот у нас останки фундамента. Эти фундаменты, они будут у вас образованы серией мелких гипербол.
примерно вот такого вида, под которыми с большей или с меньшей вероятностью вы должны увидеть нечто подобное. То есть это будет, если этот фундамент не экранированный, не бетон с арматурой. То есть там будет, конечно, тяжелее это разглядеть подобный сигнал. Но ориентироваться нужно на подобные кратные сигналы. То есть это простой рецепт того, как можно увидеть пустоту под фундаментом. Еще можно пустоту увидеть, иногда можно увидеть и в таком виде. Серии чередующихся кратных сигналов. Тоже разрез в известняках. Есть две небольшие каверны, пустотки. Сейчас мы разрез увеличим по времени, чтобы наши сигналы, гиперболы лучше было видно. Вот наши пустоты, вот сигнал от пустоты с кратником. Вверх, вверх, серединка, низ, и полетели кратники. И здесь то же самое, вверх, и полетели кратники. Например, вот этот профиль, который сделан в одном поселке, где огромное количество катакомб. Катакомбы близко подступают к поверхности. Вот, увеличим его два раза, растянем. Два раза по глубине. Как пример гиперболы, еще раз, что разница гипербола, разница пустота. То есть в данном случае это гипербола от трубы. Труба диаметром более 50 сантиметров в черноземе под Киевом. Меряем вершина гиперболы, крылья, смотрим скорость 6,12. Отлично, данная труба не имеет сильных кратных отражений. Вот есть небольшой кратник, остальное все забито шумами. Это одна и та же труба. Снята эта труба в бинарном режиме, что тот самый бинарный режим, который есть для лазы 3, лазы М. Вот здесь развертка, правда, 256 наносекунд. И таким образом выглядит железная металлическая труба в черноземе. На этом все.
Спасибо, что смотрели. Жду вопросов. Всем удачи.